Сегодня у меня самый важный день в году. Парад Дедов Морозов и Снегурочек. И я буду на нем самая красивая. А для этого мне нужна безупречная улыбка. Новый год с белоснежной улыбкой. Новый год еще не начался, а свинью мне уже подложили в виде микрофона без подогрева. Мы ждем начала парада Дедов Морозов и Снегурочек. Ура! А вы командуете парадом? Я командую военным оркестром. Военный оркестр военных Дедов Морозов. Так точно. Где смотреть потом твои фотографии? Саша Блинкова АА. По-английски. Это Инстаграм. А канал называется Саша Б. А у Деда Мороза мы спрашивали, даже нет Инстаграма, даже не знаешь, что это такое, как жить? Ужас. Есть посох, есть Снегурочка, а Инстаграма нет. Что посоветуешь дедушке в этом году? Современности. У нас в этом году год вас, правда? Ну и что нас ожидает? Прогнозы. Много счастья. Хорошо себя вести, это в первую очередь. Что значит хорошо себя вести? Мне 28. То чувство, когда зима не совсем такая, как ты ожидаешь. А вы сегодня с лисенком? Да, с лисенком, и еще лисичка ушла вперед с Дедом Морозом. А вы еще на летней резине или уже переобулись? Мы уже на зимней. Уважаемые жители города Витебска, поздравляю вас с наступающими праздниками, с Рождеством, Новым годом. Желаю таких же карапузов, как у меня их семеро. Счастья, любви, здоровья. С Новым годом! Удачи в жизни и в развитии города. Чтоб все были здоровы. Любви, радости и побольше улыбок. Да, и крепких шнурков. Добра, любви и всего самого лучшего! Аппарату! Желаю нам хорошей погоды, ну, чтобы зимой была зима, а летом, чтобы была вот прям Африка. Я желаю, чтобы был хороший урожай, но мне же надо морковку, мне надо капусту, мне надо все-все-все самое вкусное. Я желаю, чтобы город всегда был такой же красочный, веселый, чтобы всегда было каждый год приятно наряжаться и дарить радость людям. Супер! Это, самое длинное поздравление, которое мы сегодня услышали. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.